Доброе утро. Сегодня я сообщу вам кое-что важное. А? Есть певица Лили Джой. Похоже, вы слышали. Ух ты! Она снимает новый клип в Кэттауне и хочет, чтобы прическу для клипа сделал кто-то из Академии. Как здорово! Круто! Классно! Кого она выберет? Она хочет, чтобы каждая из вас прислала ей свой вариант. Лили сделает выбор к вечеру. Неповторимый броски, мы любим прически. Исполняй мечты. Выгоняйте меня из Академии! Увы, слабовато. А? Что ж, но надо еще поработать. Мы здесь как раз для этого, верно? Молодец, Хейли. Оригинальный образ. Так держать. Замечательно, Лекси. А теперь сделай такую прическу Алекси. Ух ты! Фабия, встретимся в кафе. Нам с тобой нужно поговорить наедине. Фабия, это же Беккет. Девочки, думаю, она меня выгонит. Что? Нет, этого не произойдет. Нечестно, я так стараюсь, а Беккет придирается. Когда я на что-то злюсь, то записываю свои ощущения на бумаге. Выплескиваю злость и рву бумажку на части. Это очень успокаивает. Беккет не ценит учеников. Без нее было бы лучше. Молодец, Хейли. Что пишешь, Фабия? Ничего. Сделала набросок, но неудачно. Так что лучше я... Фабия, урок еще не закончен. Сейчас будем практиковаться. Но... Да, Лили Джой, девочки стараются. Хорошо. Нет, не беспокойся. Да, тебе понравится. Да. До свидания. О, Фабия, секунду. Мисс Беккет, я теперь все поняла. О, поняла? Что именно? Хотите меня выгнать, так и скажите. Нет. Видимо, я слишком строга. Но я требовательна, потому что знаю, что ты очень способная. И Фабио рассказывал мне, какая ты умница. Страх может заставить тебя отказаться от твоей цели. Но если скейт – твоя мечта, смело иди за ней. Бигуди помогли. Гвен, удачу тебе принесли вовсе не бигуди, а то, что ты смогла поверить в себя. Во время шоу на тебе не было твоих счастливых бигуди. Что? Ты поверила в себя. У меня есть идея, почему бы тебе не помочь остальным отработать движение и вдохновить их? Ведь ты в этом так хороша. Не надо сомневаться в себе. Дядя, ты лучший! А это все благодаря тебе и нашим маленьким друзьям. Стиль аметист. Красавица в зеркале и в душе. Уверена, ты далеко пойдешь. Говорила с мисс Беккет? Что она сказала? А, представляете, мы мило с ней пообщались.
Тогда переживать не о чем. Девчонки, Шиара унесла мою записку про мисс Беккет. Что? Я записала на ней свои чувства, чтобы отпустить злость, но забыла порвать ее. Идемте, нас вызывают по видеосвязи. Сейчас узнаем, кого выбрала Лили Джой. Привет, Лили. Спасибо, что позвонила. Вам спасибо. Так много талантливых парикмахеров. Ты уже сделала выбор? Да. Итак, я решила. Потом. Что такое? Минуту, извини. О, нет! Нет! В чем дело? Что это? Покажи. Что там? Ничего особенного. Простите, это... послание подругам. Очень мило, Фабия. Но ты знаешь, сейчас не время... Как интересно! Пожалуйста, пусть она прочтет. Да, конечно, я прочту его. Подождите секунду. Очень сложно стать парикмахером. Лучшим парикмахером в мире. Но с моими подругами каждый день как мечта. О, Фабия, это... очаровательно! Избавься от этого. Это было очень трогательно. А теперь пусть Лили озвучит свое решение. В основе сюжета моего клипа – дружба. Так что вы все поработаете над моей прической. I love VIP! Озвучено студией «Мобильное телевидение» по заказу компании «Brand4End».